По нему не разговаривают, Андрюх. Алло! Алло, вы сегодня 30 арбузов привезли мне, пожалуйста. Приятного времяпрепровождения! Всем привет, друзья! Вы на канале G8 Koenig, и с вами Ди. И сегодня мы будем делать обзор на, да, на планшет Android. Это Samsung Tab S5e. И давайте разберемся, действительно ли он может быть конкурентом iPad. Пушка! На задней грани этого смартфона мы видим отверстие для зарядки USB Type-C. Также в комплекте идет переходник на наушники на 3,5-миллиметровый джек. Это очень хорошо для тех, кто слушает музыку в наушниках. Боковая грань у нас идет справа. И в этой боковой грани у нас есть три главных отверстия. Glass, glues, glass. На боковой грани у нас имеется качелька регулировки громкости, слот для сим-карты и microSD-карты, что очень хорошо. Можно побольше иметь этих гигабайтов. Можно хорошо иметь побольше. На правой грани у нас имеется разъем для сим-карты, для карты памяти, качелька для регулировки громкости и кнопка питания. В эту кнопку питания встроен отпечаток пальца. Срабатывает он хорошо, но я проверять не буду, потому что, ну... И я сегодня расскажу, почему, короче, всех он сдал, короче. Застучал всех, когда сдал, короче. Классно, вообще. Ой. На экране мы видим симметричные рамки. Посмотрите, какие они тоненькие. Смотрится это хорошо. Он действительно классный, посмотрите на него сами. Какой он тоненький. Что мне понравилось в этом смартфоне, то, что тут есть... Это не смартфон, это просто... Точно. Что мне понравилось в этом смартфоне, так то, что тут есть 4 динамика, и они AKG, Dolby Atmos. А на самом деле, просматривая фильм или любой контент на YouTube, вы делаете громкость на максимум, и нет такого ощущения, что динамики начинают как-то дребезжать, какой-то скрежет такой появляется. В этом планшете все иначе. Тут такое ощущение, что ты сидишь в каком-то мини-кинотеатре и... Пользоваться этим планшетом просто одно удовольствие. Алло, да мы тут, вот-вот, в порту мы. А, пук, до свидания. Еще одна особенность этого планшета и чем он выигрывает у iPad 2018, это дисплей. Его размер составляет 10,5, а соотношение 16 к 10. Супер AMOLED, картинка яркая, цвета насыщенные. Ну, как всегда у Samsung'ов. В этом плане проблем нету, и одно удовольствие вообще иметь такое чудо у себя в кармашке. Есть маленький нюанс этого планшета, то что тут, когда я его первый раз взял в руки, я подумал, было бы круто, если бы у этого планшета был стилус, но его, к сожалению, тут нету, и если вы какой-нибудь художник и занимаетесь скетчингом, то этот планшет для вас не подойдет. Что касается железа в этом планшете, чтобы вы понимали, это не флагманский уровень, но субфлагманский уровень. И я сейчас расскажу, почему он летает хорошо. Тут имеется Snapdragon 670, 6 гигабайт оперативки. То есть вы можете играть без проблем в игрушки Call of Duty, World of Tanks или в PUBG на этом планшете. А, кстати, еще Need for Speed. Все это на ультрах. Также вам, кстати, имеется 64 гигабайта встроенной памяти. И для тех, кто хочет... побольше памяти, может воспользоваться microSD-картой. Но по сравнению с планшетами нового поколения от Apple, там все четче. Четко. Конечно, на этом планшете удобно смотреть фильмы, читать книги, редактировать текст, заниматься фотографией. Можно даже установить Photoshop, Lightroom можно установить. Можете фотографии делать, ретушировать, между прочим. Но в этом планшете это еще не все. Есть отдельная фишка, которая называется DeX, то есть ваш планшет превращается в систему, похожую на OS, то есть это рабочий стол, внизу панель типа пуск.
и при этом не нужно его подсоединять ни к какой-нибудь другой DeX-станции, как это делается, например, в Samsung Note 10. Итог, друзья, на самом деле я скептически отношусь вообще к технике Android, потому что мне нравится Apple, но я вам с уверенностью скажу, то, что я порекомендую этот планшет своим друзьям, своим близким. После использования я понял то, что это действительно стоящая вещь. Да, в нем есть свои минусы по сравнению с новой техникой Apple, с iPad'ами Apple, но есть свои плюсы, на которые тоже можно обратить внимание, на его фишечки. Ну все, ребята, с вами был Ди, это G8 Koenig. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. И пока-пока. Алло, привет, Арсен, привези, пожалуйста, сегодня 30 килограмм арбузов. Нам сегодня нужно сделать рефлекторный анализ ДНК Дэни, чтобы продавать арбузы впоследствии нашего крана и шины мобильной рекордской стадии камня. Вот, спасибо.